Итак, сейчас я продемонстрирую вам, как ведет себя кайт в условиях экстремальной ситуации. Для этого сильно подтягиваем к себе планку, раскачиваем купол, бросаем в центр ветрового окна. Резко отпускаем планку и смотрим, а скорее чувствуем, насколько сильной остается после этого у кайта тяга. Быть может, ее не будет и вовсе. Итак, я разгоняю кайт, направляю его в центр ветрового окна и отпускаю планку. Понеслось. Даже при слабом ветре можно было услышать, что кайт потерял весь поток ветра с наружной стороны купола. Это означает, что купол полностью потерял тягу. Купол кайта полностью раскрылся. Абсолютно безветренный купол падает на воду. Это самая современная конструкция на сегодняшний день. Когда купол падает, тяги в центре ветрового окна не остается. После чего мы можем перезапустить купол из центра ветрового окна также без тяги. И функционирует такая система замечательно.